Добрый день всем. Это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг. И мы начинаем трансляцию матча между командой NATO Svincer против Team Empire. Матч, который уже состоялся в рамках Dream League 5 числа, 5 мая, который мы в силу разных причин не стримили, теперь рестримим. Матчи я не смотрел, вы, я надеюсь, тоже. Посмотрим их вместе, побродкастим специально для нашей студии, специально для вас. Ну и вообще, такие интересные матчи пропускать не стоит никому. По данному матчу, в принципе, что нас больше всего интересует? Конечно же, нас интересует сочетание этих команд. Это Империя, которая получила инвайт на International, и это Na'Vi, которые не получили инвайт на International, но которым теперь Крофизнесу надо доказывать, что они хороши, что они сильны, и что незаслуженно их оставили за бортом данного крупнейшего, в принципе, в доте за всю историю турнира. Давайте перейдем непосредственно к матчу. Если какие-то вопросы у вас будут или пожелания, оставляйте их либо в чате, либо в группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, пишите в личку. Либо оставляйте в чате, будем некий интерактивчик устраивать. Все, приятного вам просмотра. Выключайте мобильный телефон, и мы начинаем. NATO Svincer взяли себе уже Queen of Pain, Enchantress и Spirit Breaker. Со стороны команды Empire Gyrocopter, Vengeful Spirit, Dragonite и Rubick. Как ни посмотрю матч Empire, Gyrocopter постоянно в пике. Silent забирает его... Просто Empire для Silent забирает его в 95% случаев. Если Гера не банят, то Гера заходит в пик Empire. Причем заходит на ура просто-напросто. Ну что, Gyrocopter, скорее всего, для Silent, как я понимаю, для Resolution, Dragon Knight на мидлейн. Так, сложная линия, да, у нас отвалилась. У нас Йоко отвалился, вместо него играет Уба. Понятно. Значит, сложная линия будет без Йоку, значит, игра Empire немножко где-то в чем-то потеряет. Йоку, как-никак, один из главных действующих, одно из главных действующих лиц в составе команды Империя. Со стороны команды NATO Svincer я смотрю без потерь. Артстайл, Хвост, Дэнди, Санейка и Фаник все на месте. Для Фаника уже забрали Спирит Брейкера. Queen of Pain, я думаю, для Дэнди, скорее всего, инча будет для Артстайла. Лешрак будет у нас, ну, по всей видимости, для Санейка. И Хвосту достанется что? Неужели Лешрак будет фармить в составе NATO Svincer? Тоже, кстати, частая практика. Леший все чаще у нас одевается... В супер одежку, супер много денег, супер много дэмэджа за счет пульс новые, за счет диаболиков, да, за счет всего. Тем более появились новые артефакты, которые, во-первых, откат дают потрясающий Лешраку, во-вторых, кучу маны, в-третьих. Ну, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю об Катарин Коре. Данный артефакт для нюкера, для любого интеллектуала вообще must have. Посмотрим, если Леша будет на для хвоста, то, скорее всего, мы его... И увидим данный артефакт. Со стороны команды Empire. По лайнам. Dragonite, скорее всего, отправится в мидлейн. Gyrocopter заберет себе парочку саппортов. Vengeful Spirit плюс Rubick. Ну и оффлейн. Нет пока еще хардлайнера для команды Empire. Последний пик. Феникса забанили. Можно Магнуса под Gyrocopter'а. Не проблема совершенно. Тайтхантер. Хорошо. Не Магнус, так Тайтхантер. Правда, непонятно, кто будет в кучу всех собирать. А с другой стороны, зона покрытия Gyrocopter'а, его ульты и... Флэг Кэнон, ну, короче говоря, АОЕ дэмэджа тьма тьмущая тут и от Драгонайта, и от Рубика, и от Тайтхантера, и от Гирокоптера. Поэтому если Na'Vi где-то позволят себе собраться в кучку одну, то кучку эту, в принципе, Empire развалить может без проблем. Со стороны команды NATO Svincer, что тут по комбинации? Ну, Артстайл должен нон-стоп на ранних левелах выходить с козой и забирать товара. Как минимум... Т1 линию где-то минуты до 20-й надо бы Na'Vi забрать, чтобы позволить выфармить, вот в частности Свену, чтобы позволить выфармить. Лешрак все-таки у нас саппорт будет на линии Свен для хвоста. Уба заберет себе Спирит Брейкера. Нет, Фаник забирает себе, точнее, Спирит Брейкера, да. Хвост все-таки будет на Лешраке. Вот как получилось. Все-таки я угадался. Старта хвост будет на Лешраке, а Свен у нас, как я понимаю, будет саппортить. Ой, ой, как напутал Уба у нас в составе команды Empire, я прошу прощения. Да, хвост у нас будет на Лешраке, а Свен выходит для Санейка, если тут команды, конечно, не свапнутся. Со стороны команды Empire, да, все без проблем, Йоку поменяли на Уба, Уба отправляется на сложную. На Тайтхантере Алоха Дэнс забирает себе Рубика, Резолюшн берет на мидлейн Драгон Найт, Always on a Fly на Винге и Сайлент на Гирокоптере. Пожелаем командам удачи.
ну, сейчас мы их в прямом эфире смотрим, поэтому можно пожелать командам удачи и вам всем приятного просмотра. Постараюсь сделать данный матч максимально динамичным, комфортным и интересным для вас. Tidehunter отправляется у нас уже на сложную. Трипла идет вниз, Aloha Dance на Рубике, Vengeful Spirit для Always Wanna Fly и Silent забирает себе Герокоптера. Тут вариантов было в принципе немного. Dragon Knight для Резолюшена мидлейн, ну и стоять ему против Дэнди на Queen of Pain. ДК, в принципе, парень мощный, стоять может без проблем, но Дэнди тоже очень доставучий. Касательно Квапы, касательно Шторм Спирита, там Харас нон-стоп, Дэнди знает, как стоять на мидлейне, у него это получается просто на ура. Санейка забирает себе Свена. Артстайл, в принципе, по всем правилам, забирает себе лесного героя, и хвост будет фармить на Лешраке. Фармящий Лешрак и саппорт Свен. Удивительное рядом. Тут Свену, в принципе, и Аганим собирать нет смысла. Как ни крути, тут дэмэдж физухи давать некому попросту, поэтому саппорт Свен в данном случае безагонимный. А вообще тенденцию Свен с аганимом почему-то так и не развили ни одни игроки профессиональной дотки. Хотя, если брать, например, вместо... Ну, если брать на роль Керри Тини, то вы понимаете прекрасно, что Аганим на Свене чудеса просто творит с командой и вообще со всем дэмэдж-деланием всего коллектива. Ну, развивал я как-то мысль с одним своим товарищем, диванным аналитиком, как было бы неплохо брать в саппорты Свена под того же Тиника где-то в комбинацию, собирать ему Аганим и вдвоем вместе с Тини, еще если плюс Висп там будет, в принципе, никого не чувствовать, два БКБ... и пошли месить. Но так не делают. Так не делают. На то я уверен, что есть причины. И уверен, что эта мысль не только меня посещала. Ну, не делают и ладно. Я в пабах пробовал. Это тоже плохо работает. Silent против Фаника. Фаник пока что без крипов. Пока что на сухпайке здесь. Silent, в свою очередь, в соло отгоняет у нас Фаника. Так, Always Wanna Fly выходит на Фаника. Пошел стан. Rocket Barrage уже... Провязали Фаника, Фаник ничего еще не вкачал, Charge of Darkness нет у него, да и убегать, в принципе, смысла никакого. Пока что деревьями поотъедается, дальше, может быть, юзнет Healing Self. Со стороны команды Na'Vi, Queen of Pain у нас половину хп потеряла, но тут Дэнди решил сразу батлом отпиваться. Aloha Dance сбивает бутылку Дэнди, и Дэнди опять на половине хп. Опять он вынужден проседать по хелспоинтам. В это время Резолюшен уже с батлом, и ситуация более-менее комфортная. Артстайл вместе с Санейко взял с собой Голема, взял с собой Сатира. Можно попытаться зайти и развалить на мидлейне как минимум Aloha Dance, а потом и Резолюшена. Ну что, Aloha Dance видит. Санейко не достает до Алохи, видимо. Стан пошел в Резолюшена. Где же стан? А вот и стан. Резолюшен у нас, скорее всего, отправляется в таверну. Что ты будешь делать, а? Дэнди решил не давать последний удар, и в итоге Aloha Dance заденайл своего мидлейнера. Dragon Knight отправляется в таверну по воле Рубика. Удивительно. Вроде бы и первый килл, вроде отличный выход, и немножко тут не доработали игроки команды Na'Vi. Это им стоило потери хорошего количества незаработанного золота. Даже удивительно, как Na'Vi смогли позволить себе так недоконтролить. Фаник в это время сваливает с нижнего лайна. Ничего хорошего Фаника здесь не ожидало. Вы видите, 50 хп всего лишь у Фаника осталось. В это время пошел Artstyle биться с даблой Silent плюс Always Wanna Fly. Ну и все. И все. И отогнал их от линии. Будет здесь немножко подфармливать. Кстати, Artstyle неплохо так мучает Aloha Dance, половину хп ему снес. Silent тоже здесь неплохо проседает, но шоквейвом последним Artstyle не попадает. В итоге по Silent'у и маны. Мана еще на один шоквейв, если что, есть у Сатира, правда, заканчивается его время действия. Пошел шоквейв по Silent'у, есть Charge of Darkness от Фаника, бежит уже к Silent'у. Под Tower будет ли лезть команда Na'Vi, это вопрос, сейчас узнаем. Сейчас все станет ясно, но есть кому танковать, почему бы не пойти. Silent на лоу хп поднимает его вверх, в телекинез Aloha Dance, отправляет Фаника назад, прямо на голову Artstyle и всем другим ребятам. Ну и перепризвал, я так понимаю, здесь Artstyle Сатира, и маны как не было, так и нет. В это время на сложной линии Лешрак от хвоста забирает Tidehunter. Это ФБ для команды Na'Vi и плюс денежки для Лешрака. 11 на 2 уже у Лешего, 14 на 6 у Дэнди на мидлейне. Квапа на втором месте, и на первом месте Герокоптер Сайлента.
По голде посмотрим, давайте, что там вообще по графикам. По графикам Na'Vi выигрывают 500 голды, по экспириенсу 750 тоже в пользу команды Na'Vi. Ну и по нетворсу на первом месте Хвост, на втором месте Дэнди, и только потом уже идет Silent. В лесу замес у нас, Always on a Fly, уже по Charge of Darkness Фаника. Фаник просто не успевает добежать. Artstyle сам справляется с данной ситуацией, а вот теперь в резолюшн можно попробовать и ворваться. У Кентавра стан через 10 секунд, Artstyle здесь убивают. Фанику лучше бы бежать отсюда, через секунду будет Charge of Darkness, разворачивайся, беги. Побежал на собственную линию подальше от этих ребят. Здесь очень грозная трипла, поэтому лучше с ней не фатиться. А вот Дэнди может попытаться Алоха Дэнса и загнать. Где Дэнди? Дэнди упрыгивает на хайграунд. Алоха Дэнс на лоу хп и еле-еле убегает Алоха Дэнс отсюда. Кентавра Артстайла чуть не отправил в таверну. У нас Алоха Дэнса не знает уже, кому отдаться. Алоха придется пешком бежать до следующего спота крипов. Скорее всего, нейтралам здесь отдастся, чтобы побыстрее отправиться на собственный фонтан. Так и делает. 1-4 счет. Это номинально. А по факту 2-1 всего лишь счет. 4 раза умерли игроки команды Empire. Но один из них, Рубик, умер на нейтралах. Второй из них, Рубик, заденайл своего мидлейнера. Заденайл резолюшена на Драгонайте. И тем самым отсрочил ФБ, который сделали Na'Vi. First Blood в итоге сделал у нас Хвост на топ-лейне. Ну, это, наверное, даже плюс. ФБ на... В данном случае главным фармящим героем это, конечно же, в плюс команде Na'Vi. Ну что, возвращаемся к игре. 1000 золота для Na'Vi. 1700 экспириенса тоже для коллектива Na'Vi. Так, в это время Алоха Дэнс у нас от Фаника сильно огребает, но тут Фаник сам на лоу хп. Не туда залез Фаник. Здесь уже дабла из резолюшена и Сайлента. Понятное дело, что на куски разорвали Спирит Брейкера. И на лоу хп опять уходит Алоха Дэнс. Все время играет здесь со смертью Алоха Дэнс. Постоянно почти на 0 хп вообще уходит из файта. И тем не менее остается победителем, как ни крути. 2-4 становится счет. Еще раз повторюсь, номинально это 2-2, поэтому преимущество Na'Vi только благодаря хорошему фарму от украинского коллектива. 600 голды Na'Vi выигрывают и выигрывают у своих оппонентов 1600 по экспириенсу. Алоха Дэнс опять где-то там проседает. Тайтхантер у нас проседает на собственном Т1. Санейка залез слишком далеко. Забирает у нас уба Санейка, и лучше бы Хвосту отсюда валить. 6-й левел Хвост, без пульс новый, 3-й сплитеос и 3-й Lightning Storm есть у Лишрака. В общем-то, с саппортами можно было бы на равных поговорить. Но на самом деле раскайтить Лишрака двум саппортам, один с серьезным контролем в виде телекинеза, другой с прямым точечным станом, который не имеет возможности промазать. Там, в принципе, и Лишрака можно было бы без вопросов развалить. Ну что, Дэнди наорал на Vengeful Spirit. Перед смертью Венга дает стан Дэнди. Дэнди не имеет маны на блинк. Правда, есть ботл. Все, отпивается. В общем-то, может отсюда уйти. Ну, по сути, без маны остался Дэнди. Надо ждать 8 минуты появления руны. Либо, опять же, обузить курьера. Ну, курьер в это время у нас к Хвосту отправился и принес Хвосту, как я понимаю, брасер. Аркан Буцы у Лишрака совсем недавно появились. Еще 400 сверху. По фарму Хвост на втором месте уже отстает от Сайлента. Хотя, кстати, посмотрите на Герокоптера. 3-0 Герокоптер и 1-0 Лишрак. Вот вам и отставание. Хвост лучше фармит, но при этом меньше убивает. У Герокоптера уже 3-0, и Сайлент в скором времени может классического Герокоптера от Empire показать Na'Vi, которого не каждая команда может вывести. Вчера мы с вами наблюдали матчи между Empire и командой Vici Gaming. И там этот Герокоптер на Сайленте тоже давал жару топ-1 коллективу в мире. Ну что, Хвоста будут ловить. Телекинез есть у Алоха Дэнс. Стан пошел от Санейка. Алоха Дэнс умирает, а Хвост выживает в итоге. И Фаник прибегает здесь за убой. Никакого гаша не было возможности проюзать Тайтхантеру. Тайтхантер в итоге у нас сливается, и Хвост отправляется спокойненько на телепорте под собственный фонтан. Похилится. Все, Хвост получил экспириенс. Хвост получил деньги за ассист в данном файте.
Килл забрал Санейка, Килл забрал Фанник в данном... В данной драке хвост как был со счетом 1-0-2, так и остался. Только 1-0-4 теперь у хвоста. Нет, 1-0-2. Неужели даже не ассистил хвост? Что за хвост? Артстайл в это время проседает у нас по хп. Колдаун от Сайлента. Дэнди на лоу хп перед смертью. Scream of Pain Сайлента. И Венга забирает Дэнди, а Дэнди забирает Dominating Streak у Сайлента. Счет становится 6-8, ну... Давайте забудем про эти два килла, которые Na'Vi не смогли сделать, которые сами себе сделали игроки команды Empire, потому что просто-напросто минуте к 30 я запутаюсь и с ума сойду, кто там кого денайл, кто умирал на нейтралах. Будем считать 8-6 и все. И закроем эту историю. Это было красиво, ярко, но прошло уже. Разгон пошел от Фаника. Фаник на Always Wanna Fly. Aloha Dance тоже рядом. Resolution входит в Dragon Form. Уже здесь хвост. Хвост от Breezefire. Половину хп почти теряет. Санейка здесь. Artstyle здесь. Always Wanna Fly забирает кулдаун от Сайлента. По двоим. По троим даже. Цепляет Санейка в ульте. Начинает нарезать Сайлента. Стан по Санейка. Artstyle на лоу хп. Флэг Кеннон. Задувка. Фаник в таверну. Дэнди нарал на Сайлента. Сайлент тоже в таверну. Пока что 3 в 2. Лишрак на лоу хп валит отсюда. От Resolution. Breezefire через секунду. На слепую будет задувать Resolution. Уворачивается в итоге Resolution от Splitios. И задувает в хвоста. Правда, Дэнди здесь с Resolution должен справиться. Плюс крипы. Ravage пошел по Дэнди. Неужели Дэнди здесь умирает? Да, умирает здесь Дэнди. Правда, делает трипл килл. И ультра килл у нас от Resolution. Перед смертью. Оба героя, и Resolution, и Dendy, и Queen of Pain, и Dragon Knight делают мультикилл. Dendy зарабатывает трипл килл, а Resolution ультра килл зарабатывает перед смертью, но оба отправились в таверну. Файт получился красочный, яркий, затяжной. Ну, тот самый файт, который и ждут все зрители, комментаторы, да и все вообще, кто игроки даже. Команд Na'Vi, команда Empire и... Это, в принципе, главное украшение противостояния СНГ-коллективов, тем более такого уровня. Пошла погоня здесь за Убой. Дэнди злой после того, как забрали у него данный стрик. И Дэнди будет, скорее всего, здесь забирать. Тайтхантера так и есть. Забирает килл Дэнди, у него счет 6-2-0. И 13-11. Команда Na'Vi впереди, никак не могу от этих двух фрагов избавиться. Так, Спиритбрейкер в это время... Разваливает у нас Рубика на топ-лейне. Рубик умирает во вражеском лесу. Пришел Aloha Dance у нас немножко повардить, как я понимаю. Или просто прогуляться, проверить, где кто есть. Потому что вардов от команды Empire я здесь не вижу. Хотя вот вполне может быть, что... Да, скорее всего, это он. Только-только поставленный вард Рубика. Ладно. Ставишь Vision, будь готов к тому, что тебя развалят. Так и случилось. Na'Vi выигрывают 2000 по золоту, и по экспириенсу Na'Vi тоже опережают своих соперников на 2000. 12 минут у нас прошло. Давайте пробежимся по вещам. Начнем с мейн керри. Начнем с тех, кто у нас фармил всю игру. Аркан Бутсы, Соул Ринг, Брасеры, 1000 голды на руках у хвоста. Так, Герокоптер в это время у нас разваливается в лесу. Да что ж такое, все по лесам тягает, что одну команду, что другую. В это время отправляется еще и Рубик у нас в таверну. Фаник ловит стан от Резолюшена. Фаника есть Charge of Darkness на Резолюшена. Далеко отсюда не уйти. Дэнди уже трипл килл. Фаник живой. От Резолюшена сваливает. У него, в принципе, пассивка есть и скорость бега неплохая. Дэнди пытается здесь поймать. У Дэнди есть блинк и на отходе Санейка. Бросает молоток сразу в двоих героев команды Empire. В итоге Na'Vi забирают трех игроков. Теряют артстайла в данном файте и поднимаются по голде на 1300 и по экспириенсу на 2200. Ну, драки правда крутые и более приятная и интересная тенденция заключается в том, что драки постоянные. Дело даже не в том, что они там хороши сами по себе, яркие, динамичные. Дело в том, что их много. Поэтому рано или поздно, даже если бы драки были неинтересные, рано или поздно какой-то серьезный замесик где-то бы допроскочил, потому что команды постоянно провоцируют друг друга на нон-стоп файты. То в лесу команды Na'Vi, то в лесу команды Empire. Поэтому тут, я думаю, мы не заскучаем с вами. Ну что, небольшая пауза, давайте посмотрим как раз наш матьё команд. У Na'Vi. У Na'Vi Dendy. У мидера команды Na'Vi есть уже Mithril Hammer, есть Ogre Club.
И остается 500 с 570 копеек до появления Black Ingvar. Первым артефактом БКБ. Никаких аганимов на Денди, никаких оркидов. Все это будет попозже. Денди решил не умирать. Это для него главная задача. Хотя и так немного умирает Денди 9-2-0. КДА вполне ощутимо выигранный мид, как по мне. 4-2 у Драгонайта и у Денди 9-2. Понимаете, что Денди пополезнее будет для своего коллектива. Но это и в артефактах отображается. У Драгонайта Power Threads, у Драгонайта Брассер, Magic Wand и Манга с батлом. Собственно, ничего по Networks увидите. 4700 у Резолюшена и 6100 для мидера команды Natus Vincer. По мейн-керри команды обеих команд. Герокоптер уже приобретает себе, в принципе, Яшу. Сайлент осталось курьера только сгонять на базу. Фейсбуцы есть, Ring of Aquila есть, Magic Wand тоже для Герокоптера есть. У Хвоста, в свою очередь, уже есть Point Booster, есть Soul Ring. В Bloodstone готовится выйти у нас Хвост. Вот. Ну и по Нетворсу 4800 Хвост и 5000 Сайлент. Разница небольшая. Ну что, Фаник увидит Сайлента. Алоха Дэнс поднимает в телекинез Фаника. Фаник, скорее всего, от колдауна здесь не спасется. Артстайла тоже у нас ловят. Уба дает реведж перед тем, как забрать Артстайла. Высвапывают Санейка. Саппорты, скорее всего, отправятся в таверну. В это время загоняют здесь Хвоста. Хвост раскастовался неплохо, но Хвост в итоге не выживает. Минус 3 делает команда Empire. Санейка еще дерется с Алоха Дэнсом. Уже минус 4. Ну и на лоу хп здесь Алоха Дэнс. Смогут ли забрать Дэнди? Это тим вайп от команды Empire. 17-17 становится счет. А теперь эти два килла, в принципе, поперек горла команде Na'Vi стали. Потому что по факту они начинают проигрывать со счетом 17-15. 3000 голды Empire выигрывают по золоту и 4900 по экспириенсу. Тим вайп и на самом деле безапелляционный тим вайп, потому что команда Empire очень грамотно раскайтила Na'Vi. Даже Денди, который, в общем-то, неконтролируемый, который может блинковаться, орать с километра своим Sonic Wave'ом, который может в файтах участвовать только косвенно, просто стоять и настреливать издалека, и тот умудрился подставиться, когда загонял у нас бедняжку Алоха Дэнса. Рубик с 300 хп, понимаете, что, наверное, даже меньше там. Если 100 хп было на Рубике, то хорошо. Рубик, который умудрился раскайтить Квапу, ну, это прям заслуживает аплодисментов и уважения. Na'Vi в итоге теряют все свое преимущество по золоту, по XP та же история. Много здесь заработали Empire за одну драку. Fight Recap нам, наверное, покажут. Ладно, давайте немножко мотнем, сколько мы можем ждать Хвоста. Я этот матч не смотрел. Есть подозрение, что Хвост там у нас опять жертва DDoS'а будет. Вроде бы все, вроде бы готовы начинать команды. Да, готовы начинать команды. Фаник не добежал до резолюшена. Получил стан от Драгонайта с Long Range. И все, Фаник здесь останавливается. Тауэр будут денайть. По голде Na'Vi начинают проигрывать 1000. По экспириенсу тоже 1000 в пользу команды Empire. Это камбэк. Это безусловно камбэк. 3,5 Na'Vi выигрывали еще на 10 минуте. Это очень даже серьезное преимущество. А теперь к 15 минуте все растеряли. Плюс ушли в минус. Плюс ушли в минус. Такой сложный и каверзный русский язык. Ну что, Na'Vi на нижний лайн. Выходят, Т1, скорее всего, заберут. Прилетает сюда Always on Offline, но, по сути, Т1 его не интересует. А если интересует, Always on Offline просто суицидник. В данном случае нет вообще вариантов подходить и что-то дефать. Команда Na'Vi вчетвером во вражеском лесу. Хвост соло решил тут остановить команду Empire по мидлейну. Silent, кстати, неплохо наполучал от раскаста Хвоста. Но, по сути, отходит отсюда. Отходит к своей команде. По ультам у Тайдхантера 30 секунд еще не будет реведжа. Есть уже кулдаун для Герокоптера. Есть. Если что, свап винги. Так, ловит у нас Always on a Flyer. Фаник разгоняется в Always on a Flyer. Стайл уже импетусами наваливает по винге. Винга в таверну. Кулдаун под ноги Денди. И Фанику немножко досталось. Побежал Алоха Дэнс. Непонятно куда, правда. Просто избавиться от погони за собой. Алоха Дэнс, который кричит, как Спирит Брейкер, и бегает на топ-лейн. Смотрится забавно. Рубик вообще персонаж, который улыбнуть может в любой ситуации. Na'Vi уходят на мидлейн.
Я не думаю, что Empire просто так отдадут им этот тавр. Смысла как такового нет. Ревидж уже есть на уба. Пошел Ревидж от Тайтхантера. Фаник на лоу хп. Дэнди поднимает в телекинез. Дэнди в таверну. Хвост старается раскастоваться по всем. Уба на лоу хп, но хвоста в итоге забирают. Да, потеряли Алоха Дэнса, но забрали. Мидера забрали. Мейн керри, фармящего Лишрака, забрали. Оффлейнер Спирит Брейкера. Из-за Санейка дальше. Саппорт в таверну. Единственный, кто остается в живых, это Артстайл. Последние два файта Na'Vi просто протухают на фоне команды Empire. Empire выглядит гораздо увереннее в файтах. Набор героев команды Na'Vi показывает, что в каких-то клоуз-файтах драться он не способен. Во-первых, Лишрак, просто-напросто ватный Лишрак, умирает очень быстро. Еле-еле успевает сплитез там по двум-по трем дать хвост перед смертью. Пуль снова толком не дамажит, потому что мало живет Лишрак. Диаболиков нет, которые после смерти бы дамажили. В итоге сплитезом попасть и лайтнинг стормом дать по голове. Это все, на что пока что, на что пока способен Лишрак. Хвосту лучше бы избежать, мне кажется, файтов и где-то дофармить себе лишний Vitality Booster, вообще Bloodstone, немножко подняться по хелспоинтам и неплохо бы деф какой-то получить. Энча в итоге у нас забирает Vengeful Spirit, но это единственное слабое звено в файтах от команды Empire. Vengeful Spirit счет имеет 1-6, бедняга тут сливается по КД. Так вот, в файтах, во-первых, хвост недееспособен. Во-вторых, Дэнди не может, в принципе, в полной мере себя показать, потому что Дэнди контролят достаточно быстро. Первым делом занимаются хвостом, но хвост — это 2-3 секунды человека с пылов команды Empire. И дальше переключаются на Дэнди. Артстайл дэмэджа не наносит. Импетусы слабые, Артстайл сам по себе сильный, импетусы у него сами по себе слабые. И как ни посмотрю на файт, Артстайл все время без своих зверушек. Энча славится тем, что она как бы чен слегка. То есть Энча должна постоянно с собой вводить толпу полезных мобов, которые и отстанить могут дать, и ауру дать там на деф, на реген, на скорость атаки. А в итоге что Артстайл? В итоге Артстайл разве что может помочь своей команде виспами чуть-чуть. Или за счет Untouchable кого-то из героев Empire засловить. Все, больше, в принципе, пользы от Энчи никакой. Хотя вот вроде как и наубивал Artstyle, 4-6-4 счет у него. Тем не менее, вы видите, два последних файта Na'Vi смотрятся плоховастенько. 3000 голды, так, и Ravage пошел у нас от тубы, да только же был! Хвост на лоу хп, еще один удар кулдауна, хвоста задувает резолюшн, минус хвост. В это время Silent умирает и Aloha Dance. Ну, здесь хвоста забрали, правда, команда Na'Vi решила поогрызаться, причем мощнейшим образом. Неужели Team Wipe будет? Резолюшн. Не дают резолюшн сделать ТП. Это Team Wipe от команды Na'Vi. Разменяли хвоста на пятерых героев команды Empire. 3000 золота, 6200 experience. Na'Vi воспряли духом. 25-22, еще и Т1 тут бонусом будет для команды Na'Vi. По мидлейну, ну пора уже забирать товара. Артстайл должен пойти и забрать какую-нибудь скотинку из леса. Артстайлу пора кого-то приручить и начинать пушить. Т1, Т2, какой угодно вообще товар. Но Артстайл у нас больше в файтах исполняет роль таковой некой бегающей мишени, движущейся, на которую агрится и которая вроде бы неплохо живет за счет Nature's Attendance, но при этом отвлекает на себя много внимания команды Empire, а в это время Na'Vi по одному где-то отстреливают игроков команды Empire. Но это было только в этом файте. Предыдущие файты были все сплошь провальные. У команды Na'Vi теперь вроде как отыгрались. 3000 голды Na'Vi проигрывали, теперь 1000 впереди для них. И по экспириенсу 4000 тоже отыграли, ушли в ноль. Так, по артефактам давайте пробежимся. Bloodstone появляется на Лишраке. Наконец-то, 21-я минута. Лишрак у нас с тапком, с брасером Bloodstone'ом. А тут под Bloodstone появляется у гирокоптера БКБ. Ну и все. И зачем хвосту Bloodstone? Ну, вырезать всех, кроме тех, у кого есть БКБ. Но БКБ-то будет здесь у всех, у кого оно должно быть. Оно будет у Resolution, оно уже есть у Silent'а. В итоге, я думаю, даже Тайтхантер у нас может собрать БКБ, хотя Тайтхантер сам по себе жирноват, его быстренько не снести. Да и Burst Damage от команды Na'Vi, по сути, нет, тут разве что Sonic Wave от Квапы. На Т1 по топу
Выходит команда Empire. Фаник уже пошел разгоном на Сайлента. Ульта пошла по Сайленту, высвапывает его. Ульта пошла от Дэнди. Кулдаун под ноги себе дает Сайлент. И Фаник дальше за Сайлентом. Сайлент, скорее всего, выживет. Нет, Артсайл разваливает вместе с Дэнди Герокоптера. Фаник на лоу хп. Пока что размен 1 в 1. Дэнди под БКБ. Убивают также Vengeful Spirit. Реведж пошел от Уба. Ну и Резолюшн готов файтиться. Хвост дамажит всех пульс новой. Хвоста получается неплохо. Хвост еще лучше у хвоста получается в этой игре отправляется в таверну. 2-5-10. В итоге 3 в 3 размен. 28-25 становится счет. Ну и вы видите, разницы в принципе никакой. А, 1000 на 1000 по голде и 3900 на 3800. В любом случае... Драка состоялась, герои поумирали, стали понятны слабые стороны одного и второго героя, кого можно дамажить, на кого можно агриться, а кого лучше оставить в покое. Я думаю, обе команды разобрались. Ну и эта драка хотя бы что-то да показала. Фаник бежит с собственной базы на Тайтхантера. Смысл есть, в принципе, недалеко у нас Дэнди, но сюда уже 2 ТП. Фанику лучше бы остановиться. Нет, Фаник до конца, видимо, пойдет. Дэнди врывается у нас на Тайтхантера. Да, Убу должны забрать. Кулдаун под Дэнди. Тайтхантер умирает. И Фаник, скорее всего, тоже отправляется в таверну. Дэнди отсюда уходит. Не я это начинал, не мне это заканчивать. Дэнди отсюда валит. Фаника разменяли на Тайтхантера. Первым, конечно, убили Тайда. В плюсе оказалась команда Нави. Но потерять своего оффлейнера на ровном месте, наверное, не есть хорошо. Разумеется, тоже подфидели. И подфидели Сайлента, подфидели здесь Драгон Найта, если я не ошибаюсь. Нет. Значит, Вингу, значит, Always on a Fly получил experience. И золотишко немножко. А Chainmail собирает себе, собрал себе, точнее, уже Always on a Fly. Готовится выйти, скорее всего, в медальон. Дальше Solar Crest, уже ставший классическим артефакт для Vengeful Spirit. У Драгон Найта есть БКБ, пока что не юзанный. У Рубика, на котором играет Aloha Dance, есть Urn of Shadows, есть Аркан Буцы. Ну и все, одна клак в артефакте, готовится выйти в даггер. Скорее всего, половина даггера по золоту для Aloha Dance уже имеется. Вингу мы видели, Винга стрёмненькая немножко, резолюшена видели, Silent. У Герокоптера есть БКБ, БКБ 9-секундный, Яша имеется также. Ну и готовится выйти в Сенжин Яша у нас. Silent. Есть Аквила, есть фейсбуцы. Все по классике, по стандарту. Для Тайтхантера готов Блинк Даггер, готов Аркан Буцы. Magic Wand есть, и остается еще собирать и собирать до рефрешера арба. Других вариантов, в принципе, для Тайтхантера нет и быть не может. Enchantress от Артстайла. Уже приобретает себе Staff of Wizardry. Есть Ogre Club. Остается 1000 голды до появления Аганима. С обычным тапком, с брасером и с негрейженным стиком бегает Артстайл. Все копит и пытается выйти... Простите, в столь важный Аганим для Инчи. Вообще, это плюс для команды, безусловно. Это плюс один ДДшник в составе. А он необходим команде Empire, потому как есть кого здесь бить и есть кому снимать хп. Тем, кто вроде как магию всю эвейдит. У Лишрака Ogre Club имеется. Есть тоже негрейженный тапок для Лишрака. Разобрал здесь Аркан Буцы хвост. Отправил в Бладстоун камешек из Аркан Буцов. Ну и сейчас хвост выходит в Блэкинг Бар. Понял, что не стоит умирать так часто фармящему герою. 2-5-10 счет. Но это, согласитесь, стыдно немножко. Для того, кому доверили легкую линию под фарм. Поэтому, конечно, хвосту надо взяться за ум и срочно-срочно фармить на какие-то более-менее сейвовые артефакты. Ну что, Empire заходят в бок команды Na'Vi. Ловят Дэнди. Дэнди после телекинеза приземляется как раз на Ravage Убы. И что? И Санейка пошел файтиться с Резолюшеном. Колдаун под ноги. По одному артстайлу колдаун. Хвост тоже немножко впитал. Резолюшен быстрее тэп-аут. Отсюда Always on a Fly тэп-аут. Все, забрали Дэнди. Дэнди байбекнулся. Дэнди вернулся в файт, а никого нет. И не с кем драться, по сути. Все разлетелись. Просто убили Квапу, забрали у нее деньги, потом отобрали еще деньги. Да, и Сайлент затерялся здесь в кустиках. Сайлент отправляется в таверну. Не надо гулять по чужому лесу, особенно когда вся твоя команда отправляется на собственный хайграунд, на собственную базу хилиться. Понятное дело, что Сайлент не по своей воле остался здесь в кустах, но тем не менее.
постередового Сайлента могла бы сделать команда Empire и вернуться за ним. Нет, не вернулись. Оставили Мейн Керри свалился. И Фаник пошел, как Сайлент себя вести, по кому пошел Фаник. Хорошо, что ультой не достал Фаник, тут бы втроем развалили на куски бы Спиритбрейкера. Понятно, что Фанику на это плевать абсолютно. Парень бедовый. Улетает Алоха Дэнс, и все. Вот чего хотел Фаник, и вот чего Фаник добился. И у меня есть подозрение, что именно этого Фаник и добивался, потому что настолько нелепейший мув, повторить один, сделать его один раз, тебе сбивают Charge of Darkness, и говорят, уйди, друг, мы не хотим драться, не надо, все, успокойся. Нет, он второй раз лезет, просто какой-то пьяный тип под подъездом. Лезет второй раз, решил разобраться. Ну, второй раз, конечно, на борцов нарвался, отоварили у нас Фаника. Очень быстро развалили, раскайтили. Но это не проблема, одному на четверых выходить. Все-таки у нас не первенство бани, а коллективы известные, интересные и профессиональные. Чтоб вчетвером от кого-то одного сливаться, такое только в каких-то лоу-ММР-пабах может быть. 1000 золота для команды Empire. И 1000 экспириенса тоже для Империи. В целом игра очень даже ровная. И опять же, хотел я забыть про эти два фрага, которые Empire сами себе сделали. Не могу забыть. Мне вот разница во фрагах напоминает, что счет у нас по сути 28-28. Абсолютно равная игра, абсолютно равное количество фрагов. И вот вам, пожалуйста. И вроде как коллективы равные. Ну, так посмотреть на самом деле на современные регалии команды Empire и команды Na'Vi. Кто чего добился, что ты сделал для Доты в свои годы. Так вот, Empire, конечно, послужной список сейчас имеет поярче, чем Na'Vi. Na'Vi ясен пень, выигрывали International, два раза становились серебряными призерами International, все это хорошо, ясно, интересно, но Dota игра динамичная, Dota игра развивающаяся, и огромные деньжища, которые крутятся на International, просто так за какое-то имя раздавать, видимо, команда Valve не собирается. Хотя я не так давно на собственных стримах рассказывал, что при любом раскладе, в любом составе Na'Vi пригласят на International, они получат прямой инвайт, потому что они медийные личности, потому что они прям такие-растаки, по сути, класть хотела команда Valve на все громкие имена. Там крутятся огромные деньги, и киберспорт тоже спорт. Если ты силен, ты приглашен на турнир, причем прямым инвайтом. Если ты вызываешь какие-то сомнения, как сейчас вызывает у команды, у компании Valve коллектив Na'Vi, то будь добр, докажи, что ты способен тягаться с Vici Gaming, с LGD, да со всеми абсолютно. С теми же секретами, с теми же ЕГЭ. Вот Na'Vi теперь придется доказывать. Они брошены в европейский дивизион квалификаций International. Там полнейшая мясорубка, там и BBC их ждут, и Альянсы ждут, и Альянсам тоже, кстати, за красивые глаза и за громкое имя не дали инвайт. А Empire получили, и Virtus.pro получили. Бывший Asus Polar. Вот, пожалуйста, вот такая вот ирония судьбы. Na'Vi у нас пыхтели, барахтались первые три года Интернешналов. Вызывали вообще бурю оваций, аплодисментов и кучу фолловеров вообще по всему миру. Не только в СНГ комьюнити. А тем не менее, последний год, ну, мягко говоря, провальный. И вот они все эти решафты, все эти изменения в составе, не могут поймать найти свой стиль, пригласили ArtStyle, возможно, что-то исправится. Но не стоит забывать, что время идет, ArtStyle моложе не становится. И скилл тоже, будучи в инактиве долгое время, или катая папчики, или играя за сомнительные коллективы, скилл явно не повышается, как минимум не повышается с той скоростью, с которой он повышается у всех игроков топ-коллективов и топ-турниров. Ну ладно, мы далеко отошли от темы. А тема у нас одна единственная. Empire против Na'Vi. 29-30. 4000 голды выигрывает Empire по золоту и по экспириенсу 3 с копейками тоже в пользу команды Empire. Na'Vi вроде бы проигрывают немного, но боюсь сказать даже, в чем дело. Дело в том, что мейн керри команды Na'Vi — это Лишрак. Это тот, кому отдали весь фарм. А против команды Na'Vi
есть два серьезных керри. Это Dragon Knight, у которого уже есть Silver Edge, у которого есть БКБ, у которого барабаны и Power Threads. И это Герокоптер, у которого после Сенжин Яши появляется еще и Demon Edge. Будет БКБ для Сайлента, ой, МКБ точнее для Сайлента, и будет куча дэмэджа, и Лишрак будет умирать. Ничего с Лишраком хорошего здесь случиться не может, по сути. Empire сейчас выглядят более грозно, чем команда Na'Vi в данном составе героев, на самом деле и в данном составе игроков. Как ни прискорбно мне Na'Vi Glory говорить об этом. Silent ловит у нас стан, сбивают в итоге Aegis Silent'а. Пошла ульта у нас от Тайтхантера. Фаника поднимают в телекинез, Фаник отправляется в таверну. Колдаун сразу по четверым, Sunnake на лох ХП, Резолюшн переключается на него, хвост в таверну, хотя дамажит неплохо хвост. Хвост в итоге в таверну отправляется перед смертью, Silent дает. Это Silent был или это... Да, это Silent у нас перед смертью, делает трипл килл, отправляется в таверну, Уба. За счет рефрешера арба дал дабл Ravage, в итоге минус 4 делает команда Empire. Хвост байбекается, даже минус 5. Хвост у нас байбекнулся, и все. Трипл килл от Резолюшена. По-моему, 6 в 1 подрались, если я не ошибаюсь. На лоу хп Винган, на лоу хп Резолюшен. Ну, им абсолютно плевать, кто их будет убивать. Крипы или под тауром они заснут, пока их не раздамажит таур. Нет, такого не будет. Команда Empire, скорее всего, эту катку выигрывает. Они делают минус 7 даже в этом файте. Минус 7, да, 7 в 1 подрались. 4400 золота, 11800 experience. Ну, тут уже, конечно, дела вообще печальнейшие для Na'Vi. 11000 они проигрывают по голде, 7500 они проигрывают по XP. По-моему, не обновились графики. Надо постучать по монитору. Да, Империя Na'Vi уже положила ногами к выходу. Сейчас будет выносить, скорее всего. Мида нет. Стоят до сих пор Т2, что снизу, что сверху, но... Вы видели в Close Fight, насколько сильны Empire данным составом и насколько нелепо смотрится Керри Лешрак. Как бы эта заявка, как бы точнее эта идея не была дерзка, она тем не менее с данными контргероями, с Dragon Knight'ом, с Герокоптером, который имеет БКБ, она просто-напросто провальная. Очень странно. Первым пиком был Герокоптер от команды Empire. И взять в роли Керри Лишрака... У меня много вопросов. Ладно, это был бы фаст-пуш от команды Na'Vi. Вроде инча была и предполагался фаст-пуш. То есть инча забирает себе кучу зверушек из леса, и мы идем по одному расковыривать товара. Но для этого Лишраку необходимы были диаболики. А хвост у нас начал качать диаболики, по-моему, левела после... 11 или 12. То есть он полностью вкачал сплитеоз, потом полностью вкачал Lightning Storm, потом пульс снова на 2 прокачал, и потом только занялся диаболиками. Значит, на ранних левлах никакого пуша не предполагалось. У меня тогда вопрос, что вообще предполагалось. Такое ощущение, что мимо комнаты, в которой сидел, мимо тренировочной базы Na'Vi, во время пика прошел габлак, засунул голову и сказал: ребята, берите херню, будем проигрывать. У меня указание из генштаба. Ну что, хвост поднимается в телекинез, приземляется на Ravage, хвоста нет. Полезность хвоста в данном файте равна абсолютному нулю. Дэнди тоже разбирают, Sunnake отправляют в таверну, и Silent, я даже не наблюдаю, как Silent это делает. Silent это делает очень просто. Трипл килл делает Silent, Фаник пошел в стиле сегодняшней игры разваливаться дальше. Это Team Wipe напоследок, после ГГ уже написанного Na'Vi. Team Wipe делает команда Empire. Империя выглядит сильнее. Империя выглядит сильнее, живее и немного современнее, чем смотрится Na'Vi. Na'Vi показывают вроде бы и Old School Dota с Enchoy, с Spirit Breaker, Квапой. И в свою очередь берут Керри Лишрака, который вообще непонятно, из какой-то альтернативной реальности попал к нам в пик. Ну ладно, я думаю, что Na'Vi учатся получше, чем любая другая команда. Они вроде как пластичный коллектив. Вот, поэтому такие ошибки, конечно, повторять было бы просто-напросто нелепо. Ладно, услышимся с вами через 2-3 минуты. У нас второй матч между командой Na'Vi и командой Empire. Пока что не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. И заходите на канал YouTube. Подписка на наш Twitch, в принципе, бесплатная, если хотите. А если хотите, можете подписаться платно. Вообще не буду против, абсолютно. Слово вам не скажу.
Кроме спасибо, конечно. Все, услышимся через 2-3 минуты на ответной катке Team Empire против команды Na'Vi.